обступают друзья и подруги. Без них не сумел бы вести я рассказ о жизни и смерти, любви и разлуке, о трудной эпохе, взлелеявшей нас. Москвою рекой услыхать соловья на рассвете, только нам по душе непокой. Мы сурово во времени дети, комсомольцы, добровольцы, мы сильны нашей верной дружбой. Сквозь огонь мы пойдем, если нужно, открывать молодые пути. Комсомольцы, добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветной, только так можно счастье найти. Поднимайся в небесную высь, опускайся в глубины земные, очень вовремя мы родились, где бы ни были с нами Россия. Как, ребят, примут, нет? Волнуешься? А чего волноваться-то? Да, тебе волноваться нечего. Да и тут тоже. Не в этом дело. Я, понимаете, на Днепро ГЭС рано было. На магнитку не пустили, я на Амур в армии служил. А тут первое метро. Как же не волноваться? А вдруг не примут? Вы в Москве живете? Я нет. Труд-колония имени Горького. А как зовут? Славку Фимцев. А ты? Город Тула. Николай Кайтанов. А ты? Из Москвы. Акишин Леша. Таганка. Парикмахер. Кто? А я тоже очень боюсь. Ни одного года не достает. Акишин. Акишин есть? Да, это я. Извините. Ты там поупорнее, потверже. Да. Ну так где же нам добыть тебе недостающий годик, а? Вот проклятый возраст. Слушай, сваливай все на детдом. Там же всегда путают документы. Верно. Ну, верно. Верно. Нет, нет, вы так нет, доктор, не имеете права. Я сам под землю, понимаете, добровольно. И я здоров. Да у вас легкие не в порядке. И нервы расшатаны. Где? Ну где расшатаны? Странно. Ну? Доктор, ну я прошу вас. Ну, пустите под землю, ну, пожалуйста. Не имею права. Здравствуйте, доктор. А, Сергей Николаевич, чем обязан? Барону Врангелю. Да. Опять осколок в ноге заиграл. Ну, сейчас, сейчас займемся. Вот только пациента отправлю. А я не уйду, все равно не уйду. Ну, объясните ему хоть вы. Я не знаю, ну, по партийной линии, что ли. Ну, нельзя ему в шахту. А что такое?
Да легкие у него. Легкие, да? Легкие. Постой, постой, я тебя где-то видел. Не знаю. Ну да, я же у тебя стригся. Стригся, брился, а теперь все, все. Значит, бросил свою интеллигентную профессию. Ну факт, а он легкий. Но я все равно туда, все равно. И я здоров, ну поймите, я здоров, ну здоров. Да. Доктор, а может ничего? А? Нет, нет, нет. Доктор, а вспомните, каким я пришел на шахту? Вот. А потом физически развился. Я тоже буду. Нет, не могу, не могу. А если на мою ответственность, а? Дядя Сережа, дядя Сережа. Все, все, дядя Сережа, все! Все! Ура! Дядя Сережа! Преступление, преступление. Да нет, Александр Иванович, из таких упрямых как раз выходит шахтер. Ой, мамочка. Держись. Все, пора выходить. Подожди, ты что, с ума сошел? Куда ты? Еще не остановка. Мне уже все равно. Да подожди ты. Вот, выходи. Да. Эй, как вы сюда попали? Кто вас в лифт опустил? Я. Ну? Вот тебе и ну. Ну, что все хихихи да ха-ха-ха. Лёш, скажи лучше, как нам пройти. Нам тепло нужно увидеть. А, ну так идите прямо. Не доходя упрёте. Я ее где-то видел. Лёш. Маш, это что, новички, что ли? Ну да, комсомольского набора. А? Ой, люблю, как у пташки крылья, ее нельзя никак поймать. Честно были бы все усилия, если б думала взлетать. Любовь, любовь! Эй, любовь! Извини, что прервали. Где нам тепло можно увидеть? Это Лёльку, что ли? Ну, Лёльку. Лёлька! Нет, так не выйдет. Давайте хором все. Три, четыре. Лёлька! Ну что ж, вы кричат-то кричат. Давайте, ну-ка все. Три, четыре. Лёлька! Опять самодеятельность развела. Хоровой декламации. Ты почему не работаешь? Как это я не работаю? А четыре вагонетки кто набросал? Не я? А теперь еще я отказываюсь вам должна, да? Ну ладно, ладно, ты своим делом занимайся. Это моя забота. Ха. Любовь! А вы к кому, товарищ? Мы к Тепловой. А, значит, ко мне в звено. Тогда вот что, ребята, становитесь на откатку. Технология этого дела простая. Лопаточками нагрузили, плечом подели, поехали, все. Нет, нет, вы так нет, не имеете права. Нам сказали, что мы будем работать этими отбойщиками. Забойщиками? Да. А плечо? Да мы не для того сюда добровольцами пошли. Понятно? Что, что? А если не для того, так можете добровольцами отсюда. Обойдемся без вас. У нас в комсомольском комитете еще 5000 заявлений. Вот что, детка, не шуми. Мы на всякое дело готовы. Откатка так откатка. Нам все равно. Нет, нет, не все равно. Я же говорил, все равно. Идем к той коляске. Куда везти? Рельсы доведу. Мы сразу привыкли в труде торопиться, как бы возводя бастион перед боем, как будто должны перегнать за границу сейчас, вот здесь, где мы дышим и строим. Thank you.
клумбу оборвал. Хулиганство! Это я нарвал цветов для ребят. У них сегодня победа. Если вы пришли поздравлять товарища Глотку, поздравляйте. Спасибо за это, скажем. А шуметь тут чего? От имени мирового пролетариата ударником второго участка поздравления. Спасибо. Поздравляю. Спасибо, Маркс. А я, вот. Наш инспец, гляди, скоро у них учиться начнет. Слышь, орлы! Как дело пойдет, то гляди, нас обгонят. Эти обгонят. Вы думаете? А что тут думать? Году не работает, а уж бригадир. И смотри, куда бригаду вывел. Эти обгонят. Ребята, кто на смену, пошли! Чё-то цветов принесла. Да это я не тебе, это я всем. Ну да, я так и понял. Маша, чё ты туда вниз не видишь? А я за следующий клест поеду. Я подожду, можно? Жди, жалко, что ли? А завтра выходной. Да. Ну, чё будем делать? Пойдем в кино. Ладно. Вот и хорошо, все и пойдем. Машу с собой пригласим. А Маша не может. А мы вчетвером пойдем. Это значит, Лешка, Славка, ты. И ты. И я не пойду. Лёль. Мэ. Ну что мэ, что мэ? А то мы, что не пойду и все. Ну подожди, ну подожди. Мне неудобно перед ребятами. Ну я обещала. Ну и сиди со своими ребятами. Коль, вот денек сегодня, а? Подожди ты, Леша. Да. Ребята, опять тюги украли? Нет. Ленька, отдай тюги сейчас. Нет тюгов. Что нет тюгов? Нет тюгов. И раз, два. Кончай физически развиваться, Леша. Кончай. Давай, одевайся. Что ты? Куда пойдем? Кино. Нет, нет, ну, ты так нет. А про кино я сам читал критику в газете. Значит так, с приходом в кино звука, а позднее цвета, картины смотреть невозможно. Ха-ха, критика тебя напишет, и только читай. А ты путевочку в жизнь смотрел? Ну? Что ну? А кукарача? Я кукарача? Я кукарача? Это ж красиво! Нет, ребята, сегодня лучше мы пойдем оперу слушать. Да ты с ума сошел, Коля! Какие-то веки у нас выходные деньги губить? Да ни за что. Неуч. Пойду ли я стрелой пронзил? Ребята, ребята, выключите радио. Или, например, так. На земле Сродницкой. Нет, Лёшка, все-таки кино лучше. Правильно, бригадир. Значит, решено. Идем в кино, да? Да-то да. Только я сегодня занят. Как занят, Коля? Я же билеты купил. Мой продаж. Купишь он Лёшке мороженого. Так. Да. Где наш галстук? Галстук где наш? Так вот я пошел. Я говорю, пошел.
А садобабу променял. Да. Свидание. Да, свидание. Давай в Сокольники поедем. Далеко. Ну, поехали. Лёв. Поехали. Что висите, а? Заходите, заходите на площадку, пожалуйста, проходите. Ишь ты. В вагоне свободно, они, видишь, повалились. Бедовратья какая. На билетиках экономят. А еще парочка. Че, че, денежки, пожалуйста, за билетики. Вам два билетика, пожалуйста. Пожалуйста. Да, метро обязательно необходимо. И как можно скорее, а то вот целый час с этой теперь до Сокольников ехать. Ладно. Они заблудились меж просек оленьих, под сенью берез и весенних созвездий. Влюбленные завтрашнего поколения, как просто вам будет в Сокольники ездить. И новая юность поверит едва ли, что папы и мамы здесь тоже бывали. Лёты. Красиво. Не очень. Ну-ну, не очень. Да если так во время войны прыгать, чё ж, пока до земли долетишь, убьют тебя. А почему же? А? Оно сильнее. А почему ж, Маш, убьют-то? Да он ведь сколько летит-то. Ну? Пока до земли долетишь. Ведь нельзя раскрывать парашют. Это как же так? А так. Вот чтобы лететь, все это не раскрывай. А раскрывать только у самой земли. Фантазерка ты, Маш. Но ты не волнуйся. Тебе-то в бою участвовать не придется. А я не о себе думаю.
Я, может, о тебе думаю. Да? Ну вот тебе за это. Спасибо. Так что-то она бензином пахнет. Проходим нижнюю штольню до отметки. Потом засекаем фурнель. Чего? У фурнель. Да. Ну вот, верхнюю тем же идем сечением, верхнюю штольню. Потом разрабатываем колоды. Вправо, влево так. Побереги! Вот, ребята, ребята, осторожно. Я предупреждал. Вот это. Привыкать надо. Да. Вот, заводим ланкарины. Заводим ланкарины, крепим их уже по-настоящему. Вот за нашу шахту выступаем. Вот это унтерц. Что случилось, ребят? Встретимся на нашем месте. А как же ты? Сказано все!
Ну что ты все смеешься, да смеешься. Понимаешь, Слава, не обижайся на меня. Но тебя все равно к прыжкам не допустят. Ничего. Посмотрим, как другие прыгают. Вот ты тоже. Очень мило. Барышня, прошу. Прошу, прошу. Немедленно ложитесь. Вот что, доктор. Я решила остаться здесь и дежурить. Да? Вы решили? Ну, до завтра, до утра. А? Нет. Да.
а годы летят. Наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад. На работе. Захворала. Где мой папа? Не знаю. Нам говорит, что на работе. Здравствуй. Здравствуй. Я тебя поджидаю. У нас дома был? Не. Смотри, Лёлька экзамены в академию сдает. Она еще ничего не знает. Помолчи и ты пока. Ты почему на шахту не пришел? Так ведь выгнали. Чего ж спрашиваешь? Да не выгнали, отстранили временно. Отстранили? Словечко придумали. Оглохков, наверное. Да не ершись. Все разберем. Да нечего мне разбираться, я все про себя знаю. Все. Все. А Славку Фимцев где? А Макс? Куда они задевались? А ты говоришь, все. А Глотков, он, может быть, такое знает, что и нам неизвестно. Когда у вас комсомольское собрание? 15-го. 15-го. И что думаете делать с Кайтаном? Не знаю. А кто за вас знать будет? Не пойму, что это. Ты при аварии был? Ну? Ну и выводы, конечно, для себя сделал. Ха, какие выводы? Только хлынуло все, да понеслось. Политически мыслить надо. Да это давно было, года 3 как прошло. Ну да, мы шляпы 3 года ушами хлопали. Кто был тогда в забое, не помнишь? Кайтанов был, конечно. Уфимцев был, потом этот маленький еще. Такой Акишин. И немец. Макс. Макс. Так вот, он исчез первым. Немец. А что мы имеем в Германии? Фашизм. Соображаешь? Этот маленький ваш на Дальний Восток удрал. И Уфимцев тоже скрылся. Соображаешь, какая картина вырисовывается? А Кайтанов почему же остался? Кайтанов остался, он думал, у нас память коротка. Нет, брат, шалишь. А международное положение сейчас знаешь какое? Знаю, борьба в Испании. Предельно малый, он понял,
бедный мой дружок, ведь ты тогда меня спасала, нарочно затянув прыжок. Товарищ Уфимцев, товарищ Слава. Макс. Простите, могу я видеть товарища Кайтанова? А, его нет дома. Я его жена. А, Лёля, да? Да. Я много о вас слышал. От кого? От того, от кого письмо. От Уфимца. Ой, товарищ, заходите, заходите, заходите. Славка, Макс. Товарищ, что же делать? Мне надо мужа спасать. А мальчик, видите, заболел. Посидите с ним. Я только сбегаю, это письмо покажу. Да, но вы знаете, откуда это письмо? Его нельзя показывать. Что вы? Его нельзя не показать. Да, ну понимаете, я спешу на поезд. Я воронежский, целый год дома не был. Ой, голубчик, миленький, завтра поедете, ничего. Да, но меня мама ждет. Встречать будет на вокзале. Мама подождет. Вот что, садитесь, оставайтесь, я пошла. Ну, брат, что мы будем с тобой делать-то, а? Вопрос, по-моему, ясен, товарищи. Объяснение бывшего начальника смены Кайтанова о том, что он ничего не знает ни об Максе, ни об Уфимцеве, и в то же время им верит, нельзя признать удовлетворительным. Так, поэтому я предлагаю приступить к голосованию. Товарищи! Формулирую. За отсутствие бдительности раз. Товарищи, дайте слово. Товарищи, Плову, не мешай работать. Работать? Это в шахте работают. А вы здесь не работаете, а... Человека гробите! Товарищи! Да что же это? Один! Подлец! Пустил клевету? А сотни! Сотни честных заболели! Да это... Это как зараза так, что ли? Да вы что, Кайтанова не знаете? Доброволец! Да мы же всегда с него пример брали. Не с него, а с него. Ну, чего потупились? Дядь Сережа, посмотрите нам с Колей в глаза. Мы же в вас верим, как в свою совесть, а вы Кайтанова вредителем объявляют. А вы молчите, а я не позволю. Я никому не позволю его тронуть. Как друг, как жена, как комсомолка. Ребята, мне стыдно за вас. С
Славку Уфимцева чернят. Макса фашистом назвали. Не смейте! Позвольте. Не позволю. Мы этими товарищами гордиться должны. Но мы же опираемся на факты. Факты? Какие? Вот факты. Слава Уфимцев и Макс в Испании! Комсомольцы, добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветно, только так можно счастье найти. Поднимайся в небесную высь, опускайся в глубины земные. Очень вовремя мы родились, где бы ни были с нами Россия. Комсомольцы, добровольцы, мы сильны нашей верною дружбой. Сквозь огонь мы пойдем, если нужно, открывать молодые пути. Комсомольцы, добровольцы. Да что там говорить? Что за Гайтанова? Готовы! Что ты хочешь от меня? Что ты? Ну что ты надумал? Да это не дело, когда муж и жена работают в одном месте. Какая-то семейственность получается. Конечно. Особенно, если она начальником подчинен. Да не в этом дело, начальник. Что сказали, повторите? Да вам-то что? Так, значит, ругаетесь, да? Славка! Славка, будь я проклят, Славка, и живой! А чего же мне? Ой, какой ты желтый! Да что ты? Прыгай сюда! Сползай, сползай, Слава! Не могу, ребят, чемодан! Чемоданчик! Боже, чемодан, шляпу надел! Боже! Славка! Прекрасный народ испанцы. Гордый, смелый народ. Эй, испанки, Слава. Ну что ты? Ой, Лёка, задавишь, тётка. Ой. Вот, Слава, вернешься к ней на шахту. Погиб, такая начальник. А я не вернусь. Испугался Лёньки? Да нет, серьезно, ребята. Я не вернусь, я в армию прошу. Как понимать? Не пущу. У нас на метро мастера нужны. Так что плохо твое дело, Славочка. Вот-вот, узковато смотришь, Лелечка. Успокоились вы, ребята. А в Мадриде итальянцы, в Китае японцы. Фашисты всю Германию под ружье поставили. Это я сам видел. Готовятся. И нам с вами, ребята, пора бы беспечность этот предел положить. Славка, ты думаешь, война будет? Да, Лёлечка, будет. И думаю, что скоро. Да, слушаю. Давайте. Ребята, Владивосток. Это я, Лёля! Здравствуй, Лёля! Здорово, Алёшка! Лёля, ну как у Кольки дела? Здорово! А Глоткова шахты выгнали! Точно! Закрой дверь! Ну, наконец-то! Ну так, слушай, а Славка нашелся?
Нашелся! Здесь трубку вырывать! Да просто... Алешка, малышка, как ты там? Ну где ж ты пропадал, сатана? Ну как тебе сказать по телефону? На юге, на курорте, загорал. Ты понял, Леша? Понял? Славка, Славка. Он там был. Ну вот, видал. Славка молодец, это... Лучше нету дороги такой, все, что есть, испытаем на свете. Чтобы дома над нашей рекой услыхать соловья на рассвете. Заканчивайте. Барышня, алло, алло, барышня, ну дайте 3 минуты, в тройном размере вам заплачу. Заканчивайте, вы поете. Эх, барышня, алло, алло, Славка, увидимся, поговорим. Когда? Ну, через годик. Да все уже, через годик. Эх, барышня. Славик, открой. Открой, это я, Акишин. Кишин? Акишин. Тебя мама разве ничего во мне не говорила? Нет. А это что? А это что? А это тебе. Мне? Бери, бери. А это от папы? Нет. А папа где? Он уехал с дядей Славой с самураями воевать. Коля. Лёшка. Ну, Лёш. Ну, приехал я, чё? Лёша, Коля пропал. Коленька, поздравляю. Ну, спасибо. Ты посмотри на этого. Ой, Славка. Ну, неудобно. Ну, дай посмотри. Ну, вот. Славочка, ну, вблизи ни разу не видела. Ну, дома. Народ, другой. Вон герой идет. Герой. Таня, действуй. Ну, хорошо, иду. Товарищ герой Советского Союза. Товарищ герой Советского Союза. Да, вы меня? Да, мы вас не знаем. Охотно верю. Но от имени комсомольской организации приглашаем вас на выпускной вечер. Ага. А вы лично? Что лично? Ну, вы лично приглашаете? Конечно. Тогда приду.
первая моя весна. Ты готова к расставанию? А ты готова к испытаниям? Сегодня началась война. Славочка мой, Слава! Ну, на сегодня все. Свободно, товарищ. Товарищ командир учебного отряда, разрешите обратиться по личному вопросу. Коляй. Ну, ты когда меня на фронт отпустишь? Опять за свое. Я ж тебе сказал. Отдыхай, товарищ. Ну, а я снова рапорт напишу. Товарищ старший лейтенант, вы здесь на ответственном посту. Вы готовите кадры. Ясно? А рапорта можете подавать. Дело ваше. Не ходи, не проси. Рапорт убери, чтобы я его не видел. Не отпущу. Товарищ генерал. Что генерал, генерал? Сказал бы я тебе, да. Так ведь не на гулянку прошу. На фронт прошу. На фронт. На фронт все хотят. А ты вот здесь попробуй. Погоди, уфимцев. Я тебе еще не все высказал. Да. Слушай, товарищ командующий. Ну, ты, товарищ командующий, я же боевой генерал. Ну, какой из меня педагог? Знаешь, мое место там в действующей. Да, ну, не, ну, неужели вы меня не понимаете? Слушаю, товарищ командующий. Всего хорошего, товарищ командующий. Что, товарищ генерал, не отпускает? Кого не отпускают? Чего улыбаюсь? Психолог. Никифор Григорьевич. Простынешь и все. Обедать будешь? Да уж какой тут обед, товарищ генерал. Да, это верно. Кайтанова, Лёля. Ну, я, это я. Простите, я не вовремя. Ну, а в чем дело? Дело-то в чем? Я про Уфимцева. Вам ничего не известно? Нет. А что с ним? Я не знаю, я вас хотела спросить. Он вам не пишет. А вы кто такая? Его знакомая Таня. Граждане, воздушная тревога. Вот что, Таня. Ну-ка, бери. Ладно. Граждане, воздушная тревога. Граждане, воздушная тревога. Товарищ
вот как же так, Лёль? Вот он уехал и даже не простился. Не успел. Он с нами тоже не простился. Это с ним и раньше бывало. Ты учти, он вообще такой. Что ты? Поверили, что у меня это серьезно? Да нет. Я ведь понимаю, что это легкомысленно. Один день знакомства и любовь. Но ведь, Лёля, ведь по-разному бывает. Бывают годы люди вместе, а бывает день. Вы понимаете? Один день, и он, ну, как год. И потом вся жизнь, понимаете? Ну, проверка. И не будет ошибки. Да не надо смеяться. Что ты, что ты? Это я вспомнила, как я Кайтанова на себе женила. Ну что вы, Лёля? Ага, честное слово, было. Ой, было у нас так. Ой. Я ведь могла его в тылу удержать. Я сказала, иди, Коленька. Я понимаю. А потом всю ночь белугой проревела. Перемешалось у меня все. А я верю, что все будет по-нашему. Бандитка. Откуда же здесь это прелестное создание? Вот. Ой, ты какая. Славка! Ой, Кайтанов! 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 Тихо, Славка, как буйвол кошку задавит! Кошечки не занимаешься, да? Угадал. Откуда же, Славка? Да это долго рассказывать. Уфимцев! Черт, колючий какой! Борду зачем отрастил, а? Ничего, пойдем ко мне. Давай, показывай, веди. Иди, осторожно, здесь. Давай. Кошечку с собой возишь, да? С собой. Осторожно. Ну, подожди. Хозяйство Кайтана. Смотри, какие. Стой ты. Ты что это, а? Привычка. Это сегодня здесь глубокий тыл. А вчера лежу майора получил. Поздравляю. Спасибо. Как же ты здесь очутился, Слава? Я все над городом. А в городе представляешься первый раз. И вдруг здрасте, такая встреча. Ну, бывает. Война сводит, разводит. Осторожно, ноги не сломай. Привыкай к земле, авиация. Тебе не в небе летать. Ну, ребята, а теперь давайте решим задачу. Катя. Для политки я... Катя, да не надо плакать. Ох ты моя хорошая, держи своего кота, котофеечек, киску твою. Ну и вот.
Вот так. Пойдем, Слава. Ох, что делается, что делается. Да. Сержант Кухнаренко! Слушаю вас, товарищ командир. Слушай, сержант, друга встретил. Здравствуйте, товарищ майор. Очень приятно. Еще бы неприятно. И давно не встречались. Ну и что? У меня больше нет. Ну, Вальчик, ну, медицина нас всегда выручала. А у меня больше нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо, когда красивые девушки обманывают. И вот еще. Валя, а ну-ка взгляните мне в глаза. Только честно. Поищу. Ну ты чего? А? Ты как всегда неотразим, Славка. Я. Ты посмотри, на кого ты похож. Ты что ты привязался к этой бороде? Что ты привязался? Да ведь тебя ж домой не пустят. Эх, Славка, Славка, дойти бы до дома. А там уж как-нибудь допустят. Вот, отыскала. Валечка, ну вы же золотой человек. Посмотри-ка. Ух ты! Слушай, ну как они там? Как все. Ты посмотри, какой стал, а? Эх, Николай, давай за них. Вот у тебя чистая вода, да? Да. За Лёлю и Славика. И за Таню. Какую Таню? Твою Таню. А ты откуда про нее узнал? Я-то узнал. А вот ты знаешь, что у нее дом разбомбило? Мать погибла. Отец на фронте пропал. Да что ты говоришь? То, что слышишь. Она сейчас у Лёльки живет. На шахту пошла работать. Это о чем-нибудь тебе говорит? Лёлька в ней души не чает. Ты почему и не пишешь? Сукин ты сын! Помоги снять валенок. Осторожно. Тебя что, зацепило? Это еще под Москвой. Вот любить, Николай, только Маша одна и была. Ну а зачем же ты Таню с пути сбил? Такую девушку. Да кто же ее сбил? Сам сбился. Да, честное слово, Коля. Ты представляешь, когда встретил ты ее, показалось мне, будто, ну... Ведь о любви разные слова ей говорил. Вот в этом виноват. Вот, Кай. Ох, Славка, Славка, ведь она ждет тебя, вертолет. Да нет, Коля, да ничего она не ждет. У нее это все тоже детская романтика была. Думаешь? Ну, конечно, летчик, герой. Нет, не ждет. Но она думает, что она ждет. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, ты и прав. Я вот только вспоминаю, у нас с Лёлей. Да ты Лёля-то стань, не равня. Ну, Лёля, да ведь это Лёля. Ну что Лёля? Ну, Лёля. Лёля. Нет, Николай, никто меня не ждет. Нигде. И никто не узнает, где могилка моя. Да вот разве только ты, да Лёля. Да еще Лёшка Кишин. Слушай, ты что-нибудь знаешь о нем? Он сейчас во флоте. Подводник. Ну, это нам известно. А письма пишет? Лёльке пишет. Правда, она скрывает от меня. У них там какие-то свои секреты. Я
а? Колёшкой-то, ну. Ну, что ты? Он, по-моему, от женщин, как от чумы, шарахается. Да, это прав. Стесняется. Да, он всегда сладенький был. Приказываю взять. Нет. Я приказываю взять. Не оставлю я тебя, Лёша. Не могу. Разговорщики. Лёша, слышь, как же я жить буду? Счастливо. Где Акишин? Алешка Акишин там остался, а мне свой аппарат отдал. Едут? Нет. Этих скоро не жди. Мой сейчас затеется какой-нибудь метро в Берлине восстанавливать. Твой еще куда-нибудь подастся. Нет. Раньше будущей весны не приедут. Летчик один, полковник дожидается. Подбросите до станции. Я не против. Товарищ полковник, прошу. Благодарю вас. А вы куда следуете, бабушка? Домой, милый, домой. А откуда путь держите? Из Парижа, сынок. Была гражданская военная пленная. Ух ты! Да, куда фашисты вас загнали, а? Да, милый. Ну ничего, бабушка, скоро дом будете. Счастливо. Чего доберемся в кузове? О, спасибо. Счастливо. Узнаю гусара. Ну, у меня-то служба, Николай.
Ну почему ж тебя-то сразу не отпустили? Отпустили? Ну? Да. Я, понимаешь, метро у них восстанавливал. Ну да. Унтергрунд называется. Узнаю. Ну а дома? Заждались дома. Да ведь еду, Славка. А там ждут? Ждут. Ждут? А что я тебе говорил? Вот, Николай, один день видела, всю войну ждет. Удивительный народ, женщина. Да не смейся. Ох, тяжелые проблемы. Да. Подумают люди, тут нет ли обмана, поверит ли этому доброму чуду. Как будто нарочно, как пишут в романах, встречаются эти ребята повсюду. Я сам удивлен совпадением немного. Но в нем ни фантазии нету, ни вздора. Ходите не с краю, а главной дорогой и встретите всех, кто вам близок и дорог. Зачем? Что ты? Вот тебе и решение всех проблем. Спи, сынка, спи. Таня и Слава, вы обратили внимание, какой сын вырос, а? Нет, ты обратил внимание, какой у меня сын вырос. Ну, что ты головой крутишь? Это же у нас. Вот именно. Лёлька. Нет, ребята, мы неверно жили. Славка, неверно мы жили. Правильно. Вот у меня сын вырос, а много я его видел. Мало. А тебе, Лёлька, разве я много красивых слов говорил? Мало. Ну вот, это же возмутительно. Все, начинаю жизнь иначе. Во-первых, я буду говорить тебе все время красивые слова. А ну, говори. Что еще? Пожалуйста. Лёля. Хорошо. Еще. Лёлечка. Еще. Пожалуйста. Вот из дому я теперь ни на шаг. Что, не верите? Ага. Правильно. Вот так и живем. Не ждем тишины. Мы юности наши, как прежде верны, а сердце, как прежде, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы летят. И некогда нам оглянуться назад. И
радости встреч и горечь разлук. Мы все испытали, товарищи, друг. А там, где когда-то влюбленными шли, влюбленными шли, деревья теперь подросли. А годы летят, наши годы, как птицы летят. И некогда нам оглянуться назад. Не созданы мы для легких путей, и это повадка у наших детей. Мы с ними выходим навстречу ветрам, навстречу ветрам. Вовек не состарится нам. А годы летят, наши годы, как птицы летят. И некогда нам оглянуться назад. Да, ну ладно. Но сколько же можно ждать? Неси Ирочки, иди погуляй. Папа, я пойду во двор погуляю. Иди, Ирочка, погуляй. Где именинник? Не знаю. Ушел в ночную смену, обещал пораньше вернуться и исчез на все воскресенье. Семейка. У нас не так, верно? Да. Здесь даже на свой день рождения не является. Да. Есть кого пример брать. Пап вот тут клятву давал, что из дома больше не на шаг. А дядя Слава уезжает, вообще не говорит куда. Не было этого. Было. Да не было. Хорошо, хоть на день рождения сына телеграмму прислал. Ничего, скоро сам приедет. Скоро. Да я это скоро всю жизнь слышу. Ну а как же быть-то, Лёлечка? Ты ж сама знаешь, сколько дел у нас, ну, на земном шарике. И как чуть что, все-таки нас посылают. Да перестань, их посылают. Сами везде лезете, а потом, говорите, посылают. О, явился. О, здравствуйте. Ты где пропадала, а? Дело неожиданное, понимаете? В Японии землетрясение. Ну и что? Ну как что? Наша бригада решила отработать еще одну смену. Полк помощи. Ну, Слава, поздравляю тебя с днем рождения. Поздравляю, Слава. Спасибо большое. Ну, какой ты грязный. Это не грязь, это масло. Ну, все-таки пойди умойся. Ребята ждут. Я не могу, мы торопимся сейчас. Я вот забежал только извиниться, повидать всех. Ну, пошел, концерт сойдет. Ребята ждут, дел, во. До вечера. Видали? Кайтанов? Нормально. Его влияние. Слышишь? Твое влияние. Так, начинается проработочка. Ну, я лучше поеду на футбол. Подожди, ты куда в форме-то? Да ничего, Танечка. Я приеду. Счастливо оставаться. Ну, что делает, а? Поехали, ребята! Ну, сколько тебя ждать-то можно? Ну, неудобно, там знакомые пришли, понимаешь? Ну, как же неудобно, а ждать тебя да удобно? Да пошли быстрее. Пошли. Да нет, я почему его в форме на стадион не пускаю? Потому что он вопит, соседи за локти хватают, свистит. Неудобно. Молодец. Что? Как был мальчишкой, так и остался. На аэродром. Вот скажи мне, Лёль, только откровенно. Вот ты с Николаем прожила всю жизнь. Тебе иногда не жалко себя? Ну, был бы какой-нибудь другой человек. Поспокойнее, всегда вместе. Нет, Николай.
тормози-ка. Спасибо. Снимай. Ладно, ладно. Тебе же врачи запретили. Что ты здесь лазишь? Чего тебе? Бегай тебя, ищи по всей стройке. А ты не бегай, ты начальник. Посыльных посылай. Депеши. Депеши. А тебя вот отправили на пенсию, так ты сиди отдыхай и не лази здесь. А вот когда сам выйдешь на пенсию, узнаешь, какой это отдых. Да ты тише. Гляди, вздохнулся, а все бегает. Ну, хватит. Так поедем, дядя Сережа. Куда еще? А на самую северную стройку. Мой ответ один. Строй давай. Поедешь со мной? Поедешь. Как не поедешь? Ну, да я думал, ты здесь останешься. Сюда притащил, тащи и дальше. Правильно. Ну, пойдем. Пойдем ко мне. Комсомол теперь на север двинулся. Грандиозные трудности строят. Здравствуйте! Здравствуйте! Привет! Ох и работай там с молодежью! А я тоже молодежь, только на пенсии. Во! Едем в Москву, Лёльку сына повидаем. Можете Славку Уфимцев там. Давно я его не видел. Повидайтесь, повидайтесь, а то разлетелись в разные стороны, забывать друг друга стали. Забывать. Так. А Лёля читала? Нет. Мне Славку Уфимцев лично прислал. Ему морское командование вручило. Лодку недавно подняли. Эх, Алёша, Алёша. А Славку Уфимцев как живет? Он летать не бросил? Ну, дядь Сереж. Виток. Другой. Третий. Надо выводить. Чего ж он не выводит? Выводит, да не выходит. Не выводит. Почему не выводит? А теперь не выводи, теперь прыгать надо. Все, теперь конец. Ему-то конец. Плохо вы его знаете. Слава! Слава! Слава, ты слышишь меня? Слава! Ты почему так давно не звонил? Я
Я на рыбалку еще. А сейчас ты где? Да на даче тут, у одного приятеля. Неправда. Нет, правда. Вот на этот раз правда. Не веришь? Ладно. Вот, вот тут товарищи есть, они могут подтвердить, пожалуйста. Подтверждай. Ты тоже подтверждай. Давай, давай, подтверждай, а то жена не верит. Угу. Ну вот. Слыхала? Слыхала. Что здоров, врешь, конечно. Опять что-нибудь сломал. Ну, это уже пустяки. Ну, вот видишь, любимая моя, все понимаешь. Я вот все думаю. За что же ты меня 5 лет ждала? Ну ладно. Приезжай скорее. Коля Кайтанов вернулся. Да что ты говоришь? Ну вот, дождалась она. Эх, счастливые мы все-таки с Николаем, ребята. Ох. Лешка, Лешка. Теперь вместе поедем. Там тебе тоже найдется интересная работа. Поедем. Поди, привыкла в росте жить, а? Ах, Лёлька. Лёлечка. Знаешь, о чем я думал в разлуке? Вот вернусь домой, и пойдем мы с тобой в Сокольники. На наше место. На то самое. Помнишь? Наше место. Найдем ли? Найдем. Там теперь, поди, все переменилось. Деревья выросли. Они заблудились меж просек оленьих, под сенью берез и весенних созвездий. Влюбленные нынешнего поколения, как просто вам стало в Сокольники ездить. И новая юность поверит едва ли, что папы и мамы здесь тоже бывали.